Здравствуйте. В эфире программа «Продвижение рекламы» и ее ведущий Татьяна Тормыгина и Василий Богданов. Я с удовольствием представляю сегодняшнего нашего гостя. Это господин Кит Вит. Скажу сейчас англоязычное слово, потому что должность очень серьезная, очень большая. И называется Chief Marketing Communication Officer Unilever. И это гость довольно редкий, который представляет международный опыт. Базируется наш гость и его компания в Лондоне. Поэтому мы хотели бы предоставить ему слово и попросили бы поделиться тенденциями международными, которые были бы актуальны для мира и для России в целом. Прежде всего, хотелось бы сказать, что я рад быть сегодня здесь с вами и говорить на такую актуальную тему, как построение брендов и маркетинг в эру цифровых технологий. Последние 20 лет, впрочем, как и прежде, эта сфера представляла собой нечто особенное с точки зрения маркетинга. Но принимая во внимание изменения в мире в целом и в мире цифровых технологий в частности, она никогда еще не была столь интересна. Если говорить о новых тенденциях, очевидно, что все они имеют отношение к интернету. Точнее, речь идет о маркетинге в социальных сетях, играх, мобильных приложениях и поиске информации. Можно ли перенести автоматически тот опыт, который накоплен Unilever в классических средствах маркетинга, в телевидении, например, там, в печатных СМИ, в интернет, или это требуются какие-то совершенно другие решения? В конечном итоге, любой маркетинг сводится к привлечению людей и построению брендов. А бренды служат людям. Это утверждение верно как для телевидения, так и для интернета. Ключевое отличие заключается в том, что маркетинг на телевидении связан с передачей информации. Рекламный ролик длительностью 15 секунд передается в эфир. В интернете же он больше напоминает диалог. Другая особенность заключается в том, что мы называем «всегда онлайн», то есть необходимость нашего постоянного присутствия. Это требует создания контента. Более сложная задача – создать качественный контент. А еще сложнее – построить контент для интернета. А означает ли это, что бренды должны теперь учиться развлекать, в первую очередь? Крупные бренды всегда размещают рекламу на телевидении. Но такой рекламный ролик часто остается без внимания. Все мы поступаем так. Как только начинается реклама, мы идем за чашечкой чая. Создание хорошей рекламы всегда сложная задача. Она должна постоянно развлекать, но при этом нести мысль о том, что бренды служат людям в их повседневной жизни. Реклама не должна быть всего лишь короткой паузой между телевизионными программами. У нее другая задача. Но это означает, что вы, в принципе, должны не просто учиться развлекать, но быть и на том же уровне, а иногда даже выше, чем те формации, которые уже присутствуют в интернете, которые делают это профессионально. Те контент-провайдеры, контент-девелоперы. Должны ли вы при этом стать производителем телевизионного контента таким не же профессиональным? А вообще контент. Да. Как профессиональной телекомпании. Это же такая очень серьезная, отдельная сфера, которая требует огромного внимания, вовлечения ресурсов. То есть контент должен быть качественный, очень. Так как в телевизионной сети произошли изменения, мы сконцентрировались на кинофильмах. Раньше фильмы демонстрировались в кинотеатрах, и лишь спустя годы по телевидению. Сейчас же люди вовлечены в создание контента. И я полагаю, это новые возможности для брендов. Обратите внимание на новую кампанию «Акс Аполло» в России по отправке людей в космос. Отправляя астронавта в космос, мы создаем нового героя, а это огромный по своему содержанию контент.
Телевизионные программы будут рассказывать о тренировках, подготовке и полете в космос. Таким образом, бренд дезодоранта «Axe» заявляет о себе в России, создает хорошую базу для построения контента и привлечения людей. Это высокий уровень профессионализма. Смотрите, вы сказали, что интернет – это даже среда двусторонняя. Удалось ли вам использовать двусторонность? Если раньше компания вещала телевизионный ролик в одном направлении, то стали ли ваши потребители вашими союзниками? Создают ли они сами контент вместе с вашими товарами? И может ли это стать какой-то частью рекламной кампании? То, что мы делаем, называется контент, разработанный пользователем, или краудсорсинг. По сути, это работа с людьми. Мы говорим, если у вас есть идеи по поводу наших брендов, Axe, Dove, Lipton или любого бренда нашего мороженого, мы готовы работать с вами. Огромное количество контента создается людьми, которые влюблены в наши бренды. Это сродни диалогу в социальных сетях. Мы наблюдаем за тем, как люди вовлекаются в обсуждение брендов, которые составляют значительную часть их жизни. Неважно, что это – спортивная одежда Nike или автомобиль BMW. То же самое касается и чая Липтон, и мороженого Инмарко. А бренд при этом обязательно должен быть интегрирован в контент? Или это неоднозначная вещь? У нас есть пример использования рекламы брендов моющих средств Сиф, Доместос и Глорикс в российской мыльной опере. Герои сериала дразнят друг друга и шутят на тему уборки дома с Доместос, Сиф и Глорикс. Таким образом, мы создаем контент, имеющий отношение к повседневным заботам потребителей. Он более эффективен для бренд-маркетинга. Which is relevant to what the people are doing. They're watching a soap opera, a sitcom, and using the same characters. Mm-hmm. That I think is more effective for a brand marketeer, but it's hard to do. It's hard to do because it needs to be relevant. You can't have people or content here and your brand over here. They have to come together in a way that's coherent. Поскольку компания работает во всем мире, потребители разные, они отличаются по тому, как они воспринимают тот или иной контент, по каналам коммуникации? Или, в общем, сегодня мир стал таким вот абсолютно единым с точки зрения маркетинга? Хорошая новость заключается в том, что наш мир разнообразен. Было бы ужасно скучно, если бы весь мир был одинаковым, каждый его уголок уникален. Москва отличается от Санкт-Петербурга и остальной части России. Существует огромная разница в том, как жители Москвы живут, взаимодействуют со средствами информации и брендами. Каждый день более 2 миллиардов единиц нашей продукции продаются по всему миру. Каждый человек на планете пользуется нашим мылом, дезодорантами, употребляет наше мороженое, чай, супы и так далее. 2 миллиарда совершенных покупок говорят о том, что мы часть образа жизни, а люди взаимодействуют с нашими брендами. Рекламные ролики Axe также создаются в США, Великобритании, Китае, Бразилии. Потому как молодежь в разных странах имеет много общего.
18-летние жители Москвы и Нью-Йорка имеют гораздо больше общих черт, чем 60-летние москвичи и нью-йоркцы. Есть темы, которые актуальны во всем мире. Различия в использовании средств информации являются для меня, как для маркетолога, важнейшим аспектом. Жители США и Китая проводят треть своего времени в сети, в интернете и мобильных телефонах. Этот показатель ниже в России и Франции. Поэтому нам приходится привлекать людей там, где они находятся. А скажите, вот можно ли выявить некие такие вот ключевые факторы успеха? Вы все время употребляете такой очень правильный, очень хороший на английском языке термин engagement, который на русском языке практически не имеет такого прямого перевода, но тем не менее все мы маркетологи им оперируют. Вот некие ключевые факторы успеха вот этого engagement, что его определяет, этот успех или его эффективность? Например, когда люди проводят свободное время. Предположим, что вы на вечеринке. Я подхожу к вам, чтобы рассказать шутку. Через пару минут я вновь подхожу к вам и рассказываю ту же самую шутку. И еще через несколько минут я вам ее пересказываю. Вы удивитесь и подумаете, что это довольно странно. Многие рекламодатели выстраивают бренды именно таким образом. Они рассказывают вам о продукте и рекламируют его, показывая один и тот же ролик снова и снова. Это является нормой для телевидения, так как между рекламными роликами большие промежутки времени. Но если вы хотите привлечь людей в интернете и продолжаете повторять им одно и то же, им становится скучно. Поэтому мы должны рассказывать интересные истории, чтобы вам захотелось уделить время нашему бренду онлайн. Пару недель назад я посетил национальный фестиваль рекламы в Каннах. Мы получили наибольшее количество наград, но самую главную награду завоевал бренд Dove. Мыло Dove Beauty. Проект под названием Dove Sketches. Эскизы настоящей красоты. На сегодняшний день это самый популярный фильм о бренде в истории человечества, количество просмотров которого превысило 200 миллионов. Идея о чувстве собственного достоинства и уникальности красоты каждой женщины, заложенная в основу фильма, оказалась очень привлекательной. Она адресована не только женщинам из Москвы или России, но женщинам из Индии, Бразилии, США, Европы и Азии. Этот проект доказывает, если ты можешь рассказать что-то интересное, это привлекает людей и вызывает у них желание поделиться данной информацией. Вот к чему мы стремимся в мире цифровых технологий. Люди будут делиться информацией вновь и вновь. Это я называю магией интернета. Сейчас можно я вот правильно сформулирую такую главную идею, как мне показалось. Если раньше в условиях массовых коммуникаций ты вот был ограничен там 15 секундами, 30 секундами, и должен, там была другая идея. Человек смотрит какой-то контент, не знаю, там шоу оперы там, или поле чудес, и в этот момент ему надо втиснуть сообщение. В случае с интернетом, с новыми коммуникациями, мы можем создать контент, который человек смотрит добровольно, и более того, он не просто ему нравится, он передает его друг другу. Если тебе удалось это сделать, вот ты и победил. Мне кажется, здесь еще очень важно, и вот компания Dove, вот этот Dove Sketches, который действительно очень много завоевал наград в этом году в Каннах, здесь еще очень важен такой момент, это некие понимание, вот поймать и понять этот какой-то инсайт. Он может быть универсальный, как вы совершенно были правы, да, молодежный инсайт. Или это 2 миллиарда инсайтов. И вот здесь, или это женский инсайт, или это какой-то локальный индивидуальный инсайт, неважно, но это то, что как раз и делает тебя, то, что заставляет тебя быть интересным, то, что конкретно тебя трогает и позволяет тебе это шерить, вообще как-то это этим делиться. И вообще этим увлекаться, и, собственно, вот этот самый engagement и обеспечивает, гарантирует. В прежние времена вы смотрели телевизионную программу, которая неожиданно прерывалась на рекламный ролик.
Теперь мы стараемся заинтересовать людей, чтобы они поделились этой информацией с другими. Бренды должны выполнять более важную задачу. Недостаточно просто сказать «я чищу зубы» или «я мою руки». Это слишком примитивно. Бренды должны вызывать заинтересованность. Эмоциональная составляющая рекламы также обязана присутствовать. DAF помогает формировать чувство собственного достоинства у молодых девушек и избавиться от неправильного восприятия собственной красоты. Потому как всего 4% женщин в мире считают себя красивыми. 96% женщин испытывают на себе давление. Бренд DAF строит представление об их реальной красоте и реальной заботе. И они начинают размышлять о красоте иначе. Эта мысль привлекательна и представляет собой настоящую ценность. Хорошая история. И на этом нам останется только поблагодарить Китовида. Поблагодарить Китовида за то, что он пришел на нашу передачу. Надеемся, что, возможно, у нас будет шанс еще когда-нибудь продолжить этот разговор. Через годик, да, когда вы еще раз приедете в Россию. Да. В эфире была программа «Продвижение рекламы» и ведущий Татьяна Тормыгина, Василий Богданов. А в гостях у нас был Китовид. Спасибо большое. До свидания. Благодарю за приглашение.